Приветики, как я и обещала. Ну что, разбираем. Первое, что попадается в руки, это Avon Life набор. В каталогах его нет. Но, если вы очень хотите, позвоните своему представителю и скажите, я знаю, что там есть набор за 369 гривен. Но если хорошо попросить и вы дадите 400 гривен представителю, я думаю, он вам закажет. Так, сейчас я вам покажу, что входит в этот набор. Я его заказывала не себе, я его заказывала своей тете, потому что у меня Avon Life духи есть. Кстати, очень все, кто от меня их слышит, сразу все себе покупают. Серьезно, запах, конечно, вот этот кинзо сделал им офигенный. Значит, оно вот так открывается. Так, главное не порвать, чтобы тетя не расстроилась. Вот что у нас есть в наборе. Крем для тела, духи полноразмерные и маленькие шариковые духи. То есть такие масляные, да? Сейчас открою их. Короче, тетя будет в захвате. Реально 300. Если бы я раньше видела, то я бы еще бы и себе такой набор заказала. А так у меня духи уже есть, а заказывать еще одни духи. А нет, здесь не шариковые, видите, здесь... С брызгалкой. Я думаю, она меня простит. Девчонки, клянчите у своих поставщиков, чтобы они вам заказали этот набор. Дальше тоналка. Была на последней странице по очень хорошей скидке. Это тоже тетя у меня заказала. Я ж, понимаете, добрая душа. Я всем все покупаю и ни с кого деньги не беру, потому что зачем? Тем более с родственников. Да я даже девкам своим говорю, боже, девочки, берите каталог, если вам что-то нравится, то берите. Тем более я вам точно скажу, что хорошее, что не очень, понимаете. И все бедные переживают. Лучше в магазине, вот знаете, в том прикол. Лучше я пойду в магазине, куплю себе какую-то тоналку, чем я возьму у Юли. А вдруг, типа, она на мне 3 рубля наварит. Хотя они мне нафиг не нужны, типа, ну вот... Дурная натура. Я заметила такой прикол. Вот даже когда продаю какие-то вещи ненужные, там, со златыны или свои, говорю, да бери его, на тебе там за копеечную цену отдам. Ни одна не купит. Они потом в интернете найдут, купят у кого-то в 2 раза дороже, но меня не возьмут. Матовый. Очень даже мне этот оттенок подходит. Я взяла матовый 80 гривен. Это я себе заказала. Бибишка. Мне очень нравится. Дешевая, стойкая, темная. И если где-то краситься на днем, типа вот так вот, чтобы не жалко, то только такие. А если уже там на вечер, то понятно, что у меня уже идут более дорогие. Там Max Factor, L'Oreal, короче, всякое есть. Так, опять переборщила. Черт, побери! Ну да. Это уже для меня поближе. Но мне нравится эта бархатность. Не поняла. Лосьон для тела максимальное увлажнение. А я его не заказывала. Не, я реально его не заказывала. Может, мне подарок пришел? Ёб твою мать! Что это было? Короче. Я его не заказывала. Себе кисточку, типа Dolo Fibra. Я была когда у Тани на макияже, у нее кисточка Салон, ну, фирма Салон. И она полностью как аналог Fibra от Real Techniques, да. О, какая она классная, боже, я так себе захотела. И нигде в интернете, не... ну как, нашла там по 350 рублей. Тут, смотрю, в Эйвоне есть. Думаю, ну попробую я. Эйвонскую дуофибру. Что тут у нас получится? Я, в общем, взяла вот эту. Вот, кстати, боже, покажу вам. Видите, она типа такой, как... Так это наёбка! А не, вру. Действительно. Белые волосины длинные, черные волосины короткие. Угу. 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 Неплохо. Рекомендую.
Хорошая, почти такая, как салоновская. Но салоновская ткань большая, и именно салоновской то очень тяжело бы прорабатывать. Если нарощенные ресницы, то все ресницы, потому что она такая громадная. Заказала водичку. Ача. Я, когда вот на улицу, в садик, я дешевыми духами брезгаюсь. Мне совесть не позволяет дорогими духами брезгаться каждый день. Поэтому я беру такие нейтральные какие-то мягкие оттенки, мягкие воды, чтобы, короче, не вонять и чтобы сильно не пахнуть. Это пюр. Что, оно не видно? Часа вечера, поэтому плохо видно. Ну что? Боже, тут такая, да завонял мне все. Я к тебе зараз пущу, это запах интересно. Говорят, что... Когда я ходила в спортзал, мне говорили, качай руки, чтобы у тебя вот тут не трусилось. Типа вот так, чтобы не трусилось. Я говорю, я в день столько раз ребенка поднимаю 20-килограммового, что они у меня априори труситься не должны. В общем, запаха вообще нет. Ну как нету? Я привыкла, что все такое резкое, дерзкое. А то вышла с душа, и на губу упал нутроэффект. Вот этот как будто брызнул так. Там все в моем заказе. Я вон сейчас пойду смотреть, почему мне кинули эту баклаху. Всех люблю, целую. Пока.